последние 9 месяцев я проехал по территории Иркутской области более 11 тысяч километров и посетил практически все районы. У меня остается 3 района. Это Бодайбо, Мамско-Чуйский и Балаганский район, который я посещу в ближайшее время, где встретимся с активом, с людьми, с жителями, с бюджетниками. И я думаю, что все, что вот это происходит, это очень правильно, когда имеешь обратную связь.